Боже, милостью будь мне грешному. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчисла я согрешил, Господи. Прости меня грешного и помилуй. Достойно есть якого истину блажить и тебя, Богородицу, пресноблаженную, пренепорочную, Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшего истину Серафим, без истления Бога, Слово рожившую и сущую, Богородицу тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскресы из мертвых, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради пречистой Твоей Матери, силы честного же, творящего креста, святых ангелов наших, хранителей и всех ради святых, помилуй и спаси нас, яко благ, если человека любит. Аминь. Боже, милостью будь мне грешному, создав имя Господи и помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. За молитвы святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Боже, очисти меня грешного, яко не кори же благое сотвори пред Тобою, но избави меня от лукавого, и да будет мне воля Твоя. Да не осужденно отверзу уста мои недостойно, восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Царю небесный, утешителю души истинной, иже везде сы, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю, прииди и вселись овны, и очистенные от всякие скверные, спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Восставши от сна, припадаем Ти, блаже ангельскую песнь вопием Ти сильный. Свят, свят, святости Божия, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, отодра и сна, воздвигл меня, си Господи, ум мой просвети и сердце, и усне мое отверзи, во еже петите, Святая Троица. Свят, свят, святости Божия, Богородицею, помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, ико его же деяния обнажатся, но страхом зовем полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, все святая Троица, ко многие рай Твоя благость и долго терпение. Не прогнелся на меня ленивый и грешный, не погубил меня со беззаконием моими, но человека любцал еси обычно. И в нищании лежащего возвил меня еси, воеже утренне словословите державу Твою, и ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста, поучайтесь о слове всем Твоим, и разумейте заповеди Твоя.
и творите волю Твою, и пети Тебя во исповедание сердечным, и воспевайте всесвятую мудрость Твою, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся Христу, Цареве Богу нашему. Придите, поклонимся и припадем к самому Господу Иисусу Христу, Цареве и Богу нашему. Девяносто седьмой псалом. Воспойте Господу новую песнь, ибо Он сотворил чудеса. Его десница и святая мышца Его доставили Ему победу. Явил Господь спасение Свое, открыл перед очами народов правду Свою. Вспомнил Он милость Свою и верность Свою к дому Израилеву. Все концы земли увидели спасение Бога нашего. Восклицайте Господу вся земля, торжествуйте, веселитесь и пойте. Пойте Господу с гуслями и с гласом псалмопения. При звуке труб и рога торжествуйте перед Царем Господом. Да шумит море, и что наполняет его, вселенная и живущие в ней. Да рукоплещет реки, да ликуют вместе горы, при лицом Господа. Ибо он идет судить землю, он будет судить вселенную праведно и народы верно. Господь царствует, да трепещут народы, он восседает на херувимах, да трясется земля. Господь на Сионе велик, и высок он над всеми народами. Да славит великое страшно имя Твое, свято оно. И могущество царя любит суд. Ты утвердил справедливость, суд и правду Ты совершил в Иакове. Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь подножию Его, свято оно. Моисей и Аарон между священниками и Самуил между призывающими имя Его взывали к Господу, и Он внимал им. В столпе облачном говорил Он к ним. Они хранили Его заповеди и устав, который Он дал им. Господи Боже наш, Ты внимал им, Ты был для них Богом прощающим и наказывающим за дела их. Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь на святой горе Его, ибо свят Господь Бог наш. Воскликните Господу вся земля, служите Господу с весельем, идите перед лицом Его с восклицанием. Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ, и овцы паства Его. Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его. Ибо благ Господь, милость Его вовек, и истиною в рот и рот. Милость и суд буду петь, Тебе, Господи, буду петь. Буду размышлять о пути непорочном, когда Ты придешь ко мне. Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу перед очами моими вещи непотребной, дело преступное ненавижу. Не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня, злого я не буду знать. Тайно клевещущего на ближнем своего изгоню, гордого очами и надменного сердца не потерплю. Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Не будет жить в доме моем поступающий коварно. Говорящий ложь не останется перед глазами моими. С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искоренить из града Господня всех делающих беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь! Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий Владимир, надежды своими поминайте. Как скорым помощником, молитвенником о душах наших. Богородица Дева, радуйся, обрадана Мария, Господь с тобою. Благословена ты в женах, и благословен плод чрева твоего. Яко родила еси Христа Спаса, Избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила, честнага же творящего креста Господне, не остави нас грешных, уповающих на Тя. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победоносно противное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительством. Спаси, Господи, помилуй Отца и Духородителей, сродника, благодетеля, митрополита Илариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, священный Рея Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Сергея, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амбросия, Вадима, Зосима, Липия, Андрея, Максима, Владимира и Глебу не дай погибнуть. Диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, патриарха Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора, митрополита Тихона, и весь священнический и иноческий чин, и высший истинный служитель миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. И нам дай еще священника, если угодно Тебе, Господи, смири власти воинства их, наведи страх Твой на них, и через них сотвори благое Церкви Твоей. Положи им на сердце издавать добрые законы, дабы дали достойно жить людям, чтоб было еще уделять нуждающимся. Сохрани их от покушения на них. Косни сердце Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Владимира, Александра, Дагена, Амана, и даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. И научи нас ценить это мирное время и приготовь землю к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную за отступничество от Тебя. Слава Тебе, Господи Боже наш, за эту ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованные Тобою. И для сего пошли нам добрых помощников, наставников, советников. В этот день сохрани от всякого рода зла и греха и нарушения заповедей Божьих. Сохрани нас от непосильных искушений и защити жилище наше и селение от пожара, воров, нечистой силы, живущих там, Андрея, Игоря, Игоря, Серафима, Владимира, болящую Людмилу, Любовь, Владимира, Алексея, Иосифа. Пришли добрые жители с детьми, любящими и знающими закон Твой святой. И сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, чадо их, Виктора, Сергея, Себастьяна, Людмилу, Нину, Оливкину. Побуди всех на проповедь благовестия, святой вести о Твоей жертве, Христе Боже наш. Спаси и помилуй Надежду, Валентину, Екатерину, Анастасию, Наталью, Романа, Михаила, Нину, Анну, Юрия, Рахиль, Ездру, Русика, и даруй веру Христову истину и Тимуру, Самире и содружество их. Спаси и помилуй Сергея, Сергея, Александра, Александра. Посети болящих, дай силу перенести страдания, и пошли мы исцеление глаза. Илариона, Кирилла, пошли им исцеление. Алексея, Игоря, Надежду, Алевтину, Людмилу, Татьяну, Татьяну, Нину, Марию, Александру, Неонилу. И все наше родство найди, Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марфу, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну, и путешествующих Раису, Льва и Виктора, возврати их.
возри на угрозы врагов, на всю ложь и мерзость, изрыгаемые ими. Пробуди их душу, не дай им погибнуть. Открой им истину Твою и смири. И Ты уже это делаешь, Господи. И в судный день не помяни их безумие и обольщение дьявольской ложью. Посвяти благодетели наших. Воздай им добром всей жизни будущей Елену, Людмилу благослови, Евгения, Наталью обрати, Юрия, Надежду, Эдуарда. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Найди отступников Николая, Михаила, Александра, Юлии, благослови Максима, умудри его на всякое доброе дело. Господи, сохрани наше сокровище в интернете, и книги здесь, и в пути, и трудящихся, и Игоря, и Юлию, Дмитрия, Виктора, говорил, Сергея, Андрея, Вячеслава, Владислава. Обрати Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Леонтия, Леонида, Симона. Хвала Тебе, наш Иисус. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Упокой, Господи, в обителях небесных усопших отец и братьев наших, родителей, сродников и всех православных христиан. И сотвори им вечную память, вечный покой. Благодарю Тебя, мой Господь, за все Твои милости и щедроты. Слава Вышней Богу на земле, мир в человека благоволение. Аллилуйя! Свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля полна славы Его. Аллилуйя! Благодарю Тебя, Господь, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю за тот день, в который дал Ты мне Святую Библию, указал на толкование святых отцов, как на истину. Слава Тебе, Господи, Боже наш! Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Господи, воздай добром всем, трудившимся над моей душой и возрастаниями в Тебе, Марию, Степана, Александра, Михаила и Анну. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешном. Благодарю Тебя, мой ангел. Сколько лет Ты хранил от видимых и невидимых опасностей. Прошу Тебя, мой ангел, не покини в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою по мытарствам, и веди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Аминь. Иоанн Креститель, предтеча Христова, моли Бога о нас, научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание одежды, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать и быть во всем экономным, чтобы было чего уделить нуждающимся. Святитель Христов Никола, Мирликийский чудотворец, моли Бога о нас. Молите Бога нас, святые пророки Божии, Илья, Елисей, Нух, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отроки, пророк Михей, Авраам, Исаак, Иаков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода того нашего отшествия не застал нас не готовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными илея добрых дел, соделанных Духе Святом, с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, все небесные силы, престолу Божию предстоящие, святые апостолы, и Петр, и Павел, евангелисты, Матфей, Марк, Лука, Иоанн. Да дарует Господь нам жажду исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы. Игнатий Богоносец, Поликарп Смирский, Устин Философ, Космай и Дамиян, Андрей Стратилат и Ерон Мученик,
Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания зверя Антихриста. Анфиму, Вениамину дай веру и устраши родителей за такое ложное воспитание. Молите Бога о нас, святые отцы Василий Великий, Григорий Богослов, Ян Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий Антоний, Феодосий, Корнилий, Иов, Сергий Радонежский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Ян Тобольский, Ян Кронштадтский, Ян Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий Алтайский, Филарет и все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас. Да сохранит нас Господь в святой православной вере. А замысел еретиков развей, разрушь и в ничто преврати, Господи. Молите Бога о нас, святые отцы Василий Великий, все святые жены и девы, Фёкла Первомученица, Фатина Самарянина Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья Адриан, Варвара, Екатерина Перепетуя, Татьяна Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила, Акила, Андроник, Июня, Киприяна, Устина. Молите Бога о нас, да дарует Господь послушание, молчание, целомудрие и стыдливость женам и девам, и сохрани их от всяческого поругания, исправь непокоривость Галины, семейства ее, Евгении, Надежды, Людмилы и Анны. И прими нашу молитву воздяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Господи. И соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. О всемогущий и всевышний Создатель, сохраняющий, как зиждитель, все сотворенное Тобою, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. Любящий наш Отец Небесный, ради голгофских страданий Сына Твоего Единородного Господа и Бога нашего Иисуса Христа и пролитой им святой крови, прими нашу молитву и исполни о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. Аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Аминь. Доброе утро для всех. Ну что? Что тут будет занять это? Считать-то будешь, брат?